Да. Все готовы. Да и учет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, два друида, там умножение по купле-буйный рост. Две лужи в РТД. Пизда ланди нахуй, конечно. Да, очень лагает. Дамажим по профу сильнее, сейчас слизень появится. Слизень объем. Так, будем стопать, будем красного добивать еще. Вызов, ну, секунда вызов. До 2% там добивайте. Так, вызов красного, готовимся. Проценты подбивайте, чтобы потом перевести. Вот красный. Убивайте красного и сразу переводим. 1% на боссе, все по красному. Лужа, с лужи выходим. Все, фул по боссу переводим. И босса к столу уведи в это время. Потому что у стола он начнет кастовать. Чтобы не теряли дамаг. И все сейчас позиционируются звезде. Два слизня, готовимся. Так, два плевка дал. Фул ДПС по слизням. Бурсты, которые говорил, отдаем. Так, от зеленого кого откинуло, бежим. Я говорил вам, куда вставать, чтобы куда вас откидывало. Вам похуй, да? Сбежались в ханта. Все, зеленого бьем. Каст, 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 красного, каст, красного. Ну, второго плевка нету. Нету не, ДПС. Надо по другой тактике. Нет, надо ДПСа нету, нахуй. Вот с чего ты взял, что надо по другой тактике, блядь? Потому что ты, блядь, не та. Потому что, нахуй, вы хуй слушаете, блядь. Схуя ли она не та, блядь? Блядь, ой, дай все люди привыкнут. Ты чё уже сразу материшься? Я не понимаю вообще про чё ты. Вот кто сказал, кому другая тактика нужна? Урим сказал. Какая другая тактика, нахуй? Стоять как дауны в углу, нахуй? Да. Когда хила выберет красная цель, нахуй, он будет бегать от красного. Кто вас захилит, нахуй? Вы просто там подохнете, блядь. Тут не тактика нужна, я, блядь, объяснил встать в звезде. Вы встали, во-первых, дальше звезды, блядь. И сказал встать в кружок, нахуй, чтобы отлетели вы в центр. Вы встали вокруг слизня хороводом, как дауны, блядь, и разлетелись в разные стороны, блядь. Хант в 5 метрах, где взрыв произошел, его выбирает в цель зеленый, нахуй, делает второй взрыв, нахуй. Это не должно быть так, нахуй. Вам объясняешь, вы где-то, ну, хуй знает, ушли курить, дрочить там и так далее. И по итогу получается вайп, который, ну, не должен получаться никак, если у людей, блядь, IQ есть, нахуй. Хотя бы 20, блядь. Ну, как дорогу-то переходить с такой хуйней, нахуй? Ну, я говорю, встать в одну точку, блядь, от слизня, нахуй, чтобы отлетать в одну сторону. Вы встали вокруг него равномерно, нахуй, как будто вы хоровод, сука, вокруг него крутите, блядь. Вы сами-то понимаете, к чему это приводит, блядь? Человек отлетает к стене, слизень его выбирает, за секунду до него доходит и взрывается. А остальные, кто отлетели, блядь, в центр, нахуй, они до него не успевают добежать. Ёбаный в рот. Да ладно. Не, похуй, не, типа, заебись. Можно тактику для даунов тоже включить, но там, блядь, рандома дохуя. Выбирает красная, ну, красная метка вешается на хила, и хил этот... будет бегать от красного слизня, красный слизень за ним будет бегать, он будет бегать по кругу, а зеленые в этот момент, ну, зеленые челики, которые там в углу стоят, их никто не будет хилить, они подохнут, там дамага дохуя, и он взрывается, кастует каст этот, каждые 3 секунды будет взрываться. Надо поднимать людей на фул, там по пол хп будет сносить. Да по той тактике можно убить. Только то, что сейчас рейд исполнил, ну это полная залупа, блядь. Вам говоришь одно, вы, ну, не может, ну, ебать. Вот заранее, главное, знаешь, что, куда видно слизень, куда идет. Видно, куда встать надо, блядь.
Я, блядь, с лагами бил эту хуйню в тактике, где надо в угол вставать. И, ну, да как бы нихуя, ну, так сложного там в этой тактике нету, блядь. Давай, хули. А то, нахуй, это же единственный способ, нахуй, встать в тупичок, нахуй, который, ну, чисто физически тебя ограничивает, твоего персонажа. Ты, ну, ты же не встанешь вокруг, нахуй, потому что не получится. Те же поставили меточку, наш туда зайти, блядь. Это вообще, это для тех, у кого 5 IQ, нахуй. Вам самим-то не стыдно, блядь? Понять простую вещь, что вокруг зеленого хороводом не встают, блядь. Ну если все по КД будут вокруг него вставать, так будет вакханалия, будет вайп на вайпе, блядь. Раз, у Рарника выключили свет. Два, давай мы просто потравим, и люди привыкнут к этой хуйне. Чё сразу, блядь, первый вайп дизморально, когда это идёт. Да какая дизмораль? Ну... Ну ты сидишь и типа, ой да вы хуесосы, давай просто да потравим, не, пускай не, люди привыкнут. Не, ну это понятно, блядь. Привыкнут, никакой дизморали нет, просто вы смотрите, блядь, ну, смысл, ну, вам говоришь, не вставайте вокруг, вы не вставайте. Да тут, это, из-за того, что в обычке, проф, мы всегда летим к столу, да, они в обычке механически летят к столу второй раз. Да. У Лана Синдра то же самое, что в обычке, все надрочились, поэтому оно проще выходит, а с профом сейчас надо перестраиваться, поэтому оно так и выходит. Вот, смотрите, вот вам метка треугольник, подойдите все сюда, вот. Вот все должны увидеть, где эта метка. Кто там замена? Invisible, давай, заходи. Так, пока рарника нету. Это метка, в которую надо встать. Сейчас вот возьмите и встаньте спиной, там, вот так вот, блядь. Вот сюда вы должны вставать, у кого зеленая метка. Не дай бог, до туда не успеете добежать, блядь. А если вставать, например, вот сюда, нас откинет, выкинет отсюда? Да. Он просто подальше. Откинет, сдохните нахуй, вас раскинет всех вокруг. Вот сюда, ну хуй знает. Сюда, не знаю, не пробовал. Ну просто это, просто немножко дальше слизень будет бежать. Ну это так, ну, да, ну, тестить надо. Да, ну, залупа. Да отсюда не достанут, во-первых, люди. И дольше бежать, блядь, ну здесь лучше. Ну так-то можно, где еще, блядь? Где тут еще? Да не, это только единственное нормальное место. Из него сразу можно дамажить слизня. Зачем тебе на ретрика? Там вообще у тебя 5к ДПС будет. Да и похуй на ретриков. Ну, ваф каски 3... нету, каски нету по рейду. 3% сова дает. А, хотя этот шектор же есть. Вон, АП есть от Вара, по 5 вон от Шамана, да все есть, блядь. Каска от Шектора. Сейчас же раскидывал, все должно быть. Вот, это значит, тогда давай по этой тактике. Ну, а красные, соответственно, встают вот в этот, в крест. Отсюда дамажить красного начинают, выбирают цель, бегают по кругу, по вот этому, который на полу. Так, вот рыба. Это на переходке. Ну, здесь особенность в чем? Ивилаша, когда будешь держать, смотри, чтобы стаки не для незыбки у тебя были. Когда они сюда встанут и слизень до них начнет идти, надо будет отдавать тебе незыбку. Ну, не сразу, а именно в момент, вот, допустим, первый взрыв произойдет, ты увидишь, хп рейда просела и отдаешь незыбку. Ну, и... Пока босс там сколько, 20 секунд там он кастует эту хуйню, вот эти поглощают, блядь, после этого, потому что он сразу пельмени будет выкидывать. Он их будет выкидывать, как только он двигать начнется, и начнет двигаться, и второй раз он их выкинет секунд через 5. Ну, то есть два раза подряд он будет пельмени кидать. Вот, так что имейте в виду, за ними надо смотреть. То есть успеть до этого времени убить слизня зеленого, стоя здесь в треугольнике спиной. Потом выбежать оттуда и посмотреть еще, чтобы это пельмени не словить. Если будет дохуя рандома, будем по той учиться. Тактики, блять. Вставать с одной стороны от слизня, а не вокруг него, блять. А на слизни по два раза будешь плевать, да? Что-то долго бьют просто. Ну, по этой тактике на зеленого не плюют, он идет быстро. И ну, два плевка на красного дается. Ясно, нужно будет повесить на зеленого.
Так, все готовы. Для отчета. 5, 4, 3, 2, 1. Уже отходим. Поход эти куклу друиды. Так, зеленые готовимся. Вот жрец его дикона. Проценты смотрите на боссе. Так, красный, готовимся убивать. Убиваем красного. Вектор, вектор. Все, и 0.1% переводим босса. Слушай, выходим. Зеленый в зеленую метку бежим. Вот, не зыбку давай. Че, Вадикона от жрезал, и че, он опять сдох? Переказ красного. Понятно, нахуй. Красного добиваем. Бидон, вставал, куюзай, захиливайте синтек, рез его дикона. Встал. Пельмени аккуратно. Поход эти куклу, у меня 4 ярости не хватает. Сейчас я отпрыгну в сторону куда-то. На слизня. Куклу же еще нету. О, нормально, все. Все, заебись, забейте. Фулл бафы по людям дайте. Каску, лапу, пристабав. Все, вторая фаза. Сейчас будет зеленый. Уже выходим. Берегитесь. Пельмени. Намажем. Это плохо. Сейчас слизень вас откинул, он бегайте от него, а не стойте рядом с ним. Черепок, сбегайтесь. Все, там добить должны сейчас. Нормально, все, играем дальше. Берегитесь. Сейчас будет красный, готовьтесь. Красный, фулл ДПС. Бидон. Захиливайте цель красного, нахуй, а то бидон сдох на переходке, там как раз. Да потому что он убегает куда-то, нахуй, непонятно куда. Я его захилю там. Далеко. Пельмени, блядь. Смотрите, ну, шалфир, блядь, ты чё? Ловите пельмени. Сейчас будет зеленый. Ну, пельмени ловите, дамаг падает в ноль. Зеленый, готовимся. Зеленый. Стоим рядом, дамажим его сразу по максимуму. ДПС по зеленому. Пельмени. Так. Добивайте зеленого. Вадикон ресой ПСа. Злобный триалтона ресой. И захилить их. Сразу не проебите их. Дамаг идет периодически по рейду. Захилить. Отбегайте от пельменей. Вот. Все. Есть. Я очень рад. Дай кому-то, если хочешь. В красном объем здесь рейд. Лужи выходим.
Готовьтесь. Чем профа бьем сильнее? Пельмени, пельмени. Нахуй говорить пельмени за секунду до того, как они упадут. Пускай люди сами смотрят. Так, зеленый объем. Еще, наверное, красный уже будет переход. Так, с лужи выходим. Сейчас подопью немножко. Бидон, ну сука, ну нахуй ты ловишь? Ставь тотем. Водикон по бидону залей. Не лови пельмени, бидон. Красного сейчас вызывать будет. Правда, побольше бейте. Пиздец. Лужа вообще вот эта ебаная. Берегитесь. Красного зергаем. Одновременно по профу дохуя дамага даем. Прям дохуя. Не знаю, или стопать будем. Не, давай будем стопать, еще зеленого будем бить. Ладно. Расслабьтесь. Еще зеленого будем. 39%, переход на 35%. Берегитесь. Стоп по профу. 2% до фазы. Не бьем. Зеленого приготовьтесь зергнуть. Зергаем зеленого, и после него на профи 1%. Сбегаемся. Все, босса переводим. Все, подождите, ну, переводите, только дайте мне лужите две допить. Потихоньку переводите, потихоньку. Бля, я успею, нет? Сука, переход. А, нет, тут. Все, в зеленую, этот, в угол свой вставайте, зеленые цели. Вы увидели на себе дебаф? Красного замедлил. Второй плевок есть. Вот, блять, мудак. Ну какого хуя нахуй? Диспельте куклу. Притон нахуй. Ну в чем у тебя проблема, блять? Нихуя сложного нет. Встать в угол, ебаный, блять. Притон, ты тут? Бля, вот сорян, мне там картошку приносили, я два раза отходил, подошел, смотрю, следи. ГП, давай. Я охуенно рад, блять, как так вообще играете, блять? Лагает, да, блять. Че еще? Очень, особенно сначала от спула, вроде все нормально, и ты что, так именно сильно начинает. Это все охуенно, я очень рад за все эти истории, блять. Нихуя сложного нет, вот, блядь, сказали встать в ебаный треугольник, на вас зеленая метка, не, вот, вот эту ошибку не допустите, блять, из-за этого он, ну, убил 4 человека, там уже никак не добить, блять, там никакого ДПСа не хватит, там будет берса. Две переходки, блядь. Если у вас дела какие-то есть, идите отходите, блядь. Мы лучше посидим, нахуй, нихуя не поделаем, чем вот так вот вайпаться. Или какого-то замену возьмем, блядь. Фойт, у нас проблемы с монорегом. По мане садимся жестко. Ну, блядь, заебись, хули. Амбаретрика. У нас шамана есть. Это фигня. У вас шипа есть. Нужен всегда постоянный монорек какой-то. Шипа. Не, у шамана есть тотем, который делает то же самое, что и МБ5. Шипы две штуки. Шипы две штуки рисуют, рисуют ману. Они чем хуже ретрика. Нет, нет, они не чем хуже ретрика. Это чем вот хуже шипы. Это чем хуже шипы называется. Вот у Шалфира 26 взрывов разума. ПС сейчас гляну.
ПС-16. Сейчас посмотрим реснутую ману. Они как ретрики также ресуют. Да, у них одинаковые хвиняет. Вот, допустим, Шектору. Чего мне? Вот восполнение. Шалфир 11 тысяч реснул. Это так-то нихуево. Вот возьмем Бенстиллера. Вот ему реснул Шалфир 10 тысяч. Мне все окей с маной. Мне же еще раз хороший на ману. Я к третьей фазе уже сел по мане, все использовал. Даже банку выпил. Походу ты просто, ну, ебашишь клип, все обходываешь. Ну, рациональнее раз. Ну, у нас дважды падал бидон, ему два инера просто тупо заливали. Просто тупо потому, что он упал. Дважды. Фаер, забей. У него всегда будут проблемы с маной, независимо от того, блядь. Давайте СС раздадим кому-то. Кому их надо-то? Это что это такое, ты не хочешь? А, это смерть. Так, что там, блядь? Приключения. Профессор Мерзоцит. Так, надо себе воду добавить. Да иди нахуй, блядь, газообразная так, слизнюкообразная. Поет. Чё ждём? А. Синтека, да. И топу. Дрочим, а. Хули. Понятно. Да я чё-то. 5, 4, 3, 2, 1. Поход эти там.
Сейчас он с лужи кинет, отходите. Больше по боссу. И та. Диспельте куклу. Сбегитесь с красными. Тивана нет. Же в курсе, да, что сначала надо красного убить, потом босса переводить. Проценты 80 и 35 перехода процента. Вы когда босса бьете, вы смотрите вообще на хп, который у него там? Проценты у вас там есть? Или похуй? ДБ не можно бары хп вывести отдельно. Так-то дохуя чего можно, блять. В середину экрана запихнуть. В True Mivane вообще можно значок там, блять, квадрат растянуть на весь экран, нахуй. Дебафа, блять, который на тебе висит, газнообразная. И написать: не бей, сука, дурак. Твое состояние, нахуй. Не лезь, блядь, дебил. Она тебя жрет, нахуй. Так, вот рыба. Ладно. Че это у нас несет? Ну, короче, полтора часика еще освоения будет. Смотрите мяч в сумках у себя, пожалуйста. Надрочимся. Вы АФКшите? Или что это? Ну, так не пойдет, блять. ПС, ты тут? Подходи. Не отходите никуда. Ну, надо быстрее это все травить, начинать. Мы так хуй когда убьем. Смоним. Не Вилаша. Чё даю? 5, 4, 3, 2, 1.
Лужа сейчас прям тут, прям туда сейчас прилетит. Проценты босса видите? Сколько там? 84, 83. 82. Это значит стопнуть надо. Красного еще бить. Пока не столько ДПС, чтобы после зеленого переводить. 1% на боссе, и там дот дохуя. 0.8. Сейчас уже он побежал. 0.6% на боссе. 0.5. Вот, и сейчас надо будет переводить. Как красного убиваете, сразу переводите. Ближе к зеленому треугольничку подбегите, прием. А то не успеете добежать до туда. Все, пошла фаза. Зеленые, зеленый треугольничек. Красные. Красного хилы захиливаем. Цель. Ну, захиливаем цель, сука. И по кругу бегай. Больше дамага. Приказ. Красный выбирает цель, заново добиваем. Ну, я плюнул второй раз. Да. Так, в сторону отхожу куклой. Поход эти друиды. 25 ярости. Лужи не скоро будет. Поход эти куклы. Что-то не резается мана нихуя. Сейчас будет вызов зеленого. К зеленому отводись, вызов зеленого будет. А вот все, лужи нахуй. Все, уже похуй. Все, ну вторая фаза стандартная. Ладно, вот эта чума, которая перекидывается, чтобы человек с ней один не стоял. Иначе она усиливается, и вы сдохнете. Зеленый сразу он начинает дамажить. Дамажим. Шалфир, почему ты пельмени ловишь, блядь? Такая сильная. Внимательнее. Так, добили. Отходим лужи, отходим лужи. Сейчас будет красный. Берегитесь. Ну, сука. Вот жреса его. Вот жреса. Красный. ДПС по красному. Лужи 3 секунды. Слушай, отходим, пельмени отходим. Пулбаф там по бресту он падал. Каску, лапа, бреста, все, понимаете? Да. Так, следующий зеленый, готовимся. Пельмени, секунда. Люди, смотрите, на профайл из него пельмени вылетают. Так, появляется зеленый. Берегитесь. Так. Так, зеленый пиздец, лагина. Лужа сейчас прям вот здесь на взрыве появится. Отбегаем отсюда. Вилашу захильте. Подбегите к Вилашу, захильте. Ну, блядь, прожми что-то. Ёбаный в рот, нахуй. Пиздец, чуть не проебали. Следующий красный. Муфик, нахуй. Разуйте глаза, блядь. Красного зергаем. Лужа, секунду, отходим с лужи. С лужи выходим. Красного милики бьем. Хули вы за ним бегаете? Там колба через секунду. Красного бьем. Вы когда красного слизня водите, не водите его так, чтобы, блядь, ДПС рейд терял. Ну, вроде стараюсь поближе. Нормально. Еще будет зеленый. Я гимна ману сдам. Дамаж. Нет. 43. Переходка на 35. Готовимся. Еще, наверное, красное будем бить. Сейчас посмотрим. Да, скорее всего. Берегите. Так. Здесь он РДД выберет. Так. Угу. Короче, по боссу сейчас больше. Будем переводить сразу. И зеленый, и там 3%. Хуярьте изо всех сил босса. После этого слизня надо перевести. До переходки 10 секунд.
Хотя не, в пизду, стопайте, я не хочу рисковать. Стопайте, отходите. Сейчас будет красный, 2%. Не, в пизду, пока разгонитесь. Все, уберите от петов, от босса, все уберите. Красного спокойно убьем. Вот 36%. И потом переведем. Ёбаный в рот, нахуй. Ну ты с чумой-то один стоишь, нахуй. Ты будешь по КД сдыхать, захильте призана. Вместе ходите, блядь. По двое, блядь. Хотя бы. По трое. С чумой. Готовьтесь, 80-х на профи надо перевести. Ты лужу не допил? Не знаю, блядь. Сейчас он еще кинет лужи, нахуй. Тут колба в углу. Да это вообще залупа, нахуй. Все вот. Хотя сейчас... Исчезли. Вадикон рвиста ресы. Надеюсь, вы в треугольник успели добежать с зеленым дебафом. Угу. Все, не зыбку. Ага. Захиливаем Эйю, блядь. Так, ну на второй привок есть, в принципе. Давайте, это Геру, нахуй. Фулл дамаг зеленого, блядь, пиздец. Призан сдох там, нахуй. Вилаша, вот отсюда начнем. Помогите зеленого добить. Злобные ресы призана. Так, мутируешь у чума, готовься таунтить хукмастер через секунду. Таунти. Не вижу. Не забрал. Следующая мутирующая чума. Через 3 повес, через 2. Таунти. Берегитесь. Ну нахуй ты в мелизоне таунтишь. Вы что, дебилы, блядь? Идем, идем здесь, отсюда начнем. Че, стой. Сколько на нем стаков, нахуй? Мы же так сдохнем просто. Будет кто-то забирать стаки? Короче, хурек бы забирать. Забирай сейчас. И Вилаш обратно забирай. Выходим с лужи. Да кстати, кол зачем? Хурюк сейчас забирает. Это, остановитесь, остальные дамажим. Этот. А у кого БР-то есть, нахуй? Рави с Ресой Кирсори. Дамаг так-то нужен. 4 заберешь, скажешь, как будет 4. Я потом буду танчить. Так, хорошо. На хукмастере еще один. После хукмастера ты будешь. После хурюка ты будешь хукмастера забирать. Дамажим. Самое главное, там в лужах не стоите пельмени не ловите. И фул на фул хп держим рейд. Так, хурюк 2 вижу. Отходим. Пельмени летят, не словите их, сука. Ну Шектор, ебаный в рот. БР-то не нету, нахуй. Сука. Дауны, блядь. Забираем также. Пробуем хилить вот оставшиеся хилы, ну все вот тупо в ваших руках. На хукмастере 2. Берегитесь. Все, это уже пизда, нахуй. Это уже, ну... Тут надо по 3 стака максимум. Да потому что на него 5-й уже повешался, блядь. Что-то вообще не на тех челиков ты поставил, да? Кто должен воровать? Никто не умеет, по-моему. Ну просто все подряд таунтили. Да, вначале вообще никто не таунтил. Ну хукмастер что там уснул? А вар вообще в мелизоне, блин. Он умеет вообще, нет? Ну, промах таунт, притяжку жми одновременно, если не уверен. В следующий раз. Короче, этот... Может тогда еще словом потаунтить дополнительно в мишку. Да, это все заебись, все это охуенно. Просто вы вот когда начинается эта фаза последняя, Шектор, блядь, повнимательнее. Ну ты сдохнешь. Я близко подошел, да. Не подходите близко к боссу. Если даже вы близко подошли, вы имейте в виду, пельмень с него вылетит, там, блядь, 2 прыжка сделать. Вы смотрите, чтобы вы, когда выпрыгивали влево или вправо, там дальше по ходу, чтобы там не было людей, потому что пельмень он именно в людей летит. Как с гейзерами, такая же хуйня. Вот вы стоите пачкой, и потом видишь, пельмени с босса вылетают. Там 2 прыжка делаешь, и все, ты вне рендже. Ну. Да, что-то, блядь. Так какая разница, если ты в мелизоне стоял? Какая ШВ? Тебе не надо было этой хуйней заниматься, Кирсори. Тебя не просили, блядь, во-первых, вот эту хуйню делать. Мы потеряли дамаг. Здесь на последней фазе надо вот эту вот хуйню таунтить. Они на рендже это делают, таунтят. И нужно сохранять дамаг в босса большой. Иначе его хуй убьешь.
принципе, убивабельно. Ну, да все убивабельно, просто это... В следующий раз сейчас этот Эвилаша со стола начнем, нахуй. Это мы начали как-то с залупа. И, ну, я не знаю, что вот Геру давали на двух слизней. Я что-то не заметил. Дали. Что-то в зеленом там, походу, хилы все да стояли, она, нахуй. Не сразу, по-моему, была. Даю рыбу. Вот от этого и хуёво, что в зеленом встают какие-нибудь эти кастеры, нахуй. У них каст сбивается от взрыва, нахуй. И зеленый живет, нахуй, полчаса, нахуй. Мне там на ханте в зеленый вообще охуительно стоять. Чё, ты их смотришь, как ебучки будет? Разлетаются. Чего бить будет? Не можешь. Фласочки надо. Пей сопрот, блядь. Чтобы зеленого, когда к тебе подбежит, в этот, в треугольник, чтобы он тебя не шотнул. Первый таунтит хурюк. Потом, короче, Вадикон будет забирать. Ну-ка, надо мне эту чуму, блядь. Может, СС сейчас раздадим? Да, каждый трай СС можно раздавать с этим. Слава, вопрос от Кат Бейров ждать будем? Нахуя? Нет, зачем? Так, мутация. Где эта хуйня, блядь? А, погонище. Мутировавшая чума. Короче, на Геншин сдался. Так, призм, хрюк. Призм. Не ловите пельмени, блядь. Five, four, three, two, ну, значит, на трех. Вот первый стак еще хуй с ним на Вилашу повешается, и потом начинаешь забирать. Сейчас я себе стаки воду поставил, буду смотреть. Две в РТДМ. Ну нахуй бич, блять, сука. У кого там БР есть? Вот же, да? У меня, да. Есть этого бича. Убав по нему. Блять, отличный лужи нахуй. Так, пока бьем 5%. 4%. Вызов слизня через секунду. 3% стопаем дамаг. Вы же это понимаете сами, наверное, да? Вот красный. Мы можем красного. 1% на боссе. Дот настолько дохуя, что вот уже зергаем красного. Летят лужи, с них выходить надо. Сори, я бич. Рекасит красный. Это еще откуда? Пиздец, 2 минуты еще нахуй ждать.
Берегите. Вход эти куклы. Уже выходите. Так, в декон, значит, 30 секунд ты будешь резать шелфера. Так, сейчас будет зеленый. Лужа, отходим. Где лужа, блять? Вот. Далбер. Пельмени летят. Убав шалфира. Уставай. Убав. Захильте, захильте. Сейчас будет зеленый прием. Я повис. Развисай. Зеленый. ДПС по зеленому. Развис? Да, задвигался. Ложитесь, сиди, спальте куклу. В лужу заходите, падаем. Вот если бы не эти ебаные лаги, нахуй, как бы играть было бы проще, нахуй. Мало того, что еще, блядь, хуй убьешь, нахуй, нарисовали, блядь. Сколько у него там по стандарту-то? 40, по-моему, хп, блядь, миллионов, нахуй. Уебки сирусовские, нахуй, нарисовали, блядь, и радуются, сидят, блядь. И люди еще донатят в эту залупу, блядь. Ебаный в рот, дожили, нахуй. Я чешку купил на распродаже. Я понял, нахуй. Да, да. Пов, конечно, капец лагучий. Поддерживаем этот обоссанный сервер, нахуй. Он всегда лагал. Не знаю, у меня нормально не лагает прям так сильно, типа, ППС, да, падает. На X2 не лагало так, нахуй, такого вообще никогда не было, нахуй. И тут не лагало, когда целка не было. Выкатились эту хуйню, все эти, блядь, парашу. Да то есть всякая заупа теперь летающая без малого, драктиры которых. Залупа летающая, нахуй. Не обзывайся на дроидов. Сет же, ну у тебя меньше всех ДПС, а нахуй. У тебя 9000. Надо тебя свичить, походу. Invisible дает топ-1 ДПС. Хрюка обдамаживает. А я тупанул спала. Ну, я не к тому, там, блять, разница в десятых. Надо, короче, рарника взять вместо Седжу. Фастом подскочу поставить. Так, ебаните ему там портал. Придет. Ты пришел, Седжу? Я уже дал ранее. Барс может на хп, теперь, возможно, кого-то это спасет. Блять, удалил тамак. Ну, вар там побольше его вроде давал. Шкаф, сумонти. Я правильно услышал, Вар собирается кричать на это? На хп? Рарник появился. Уже плохо. Все, все понял. На хп лучше, конечно. Ну да. Может кто-то выживет. Таня, я не закрыл. Там Равис на замену просится. Да ебаный в рот, ну нахуя? А есть ностальжи.
Я это поставил. Возьми, да, сам купи. Что, у нас нихуя никого больше нету, да? Давай Седжу обратно тогда. Ты че рофлишь? Ну а хули поделать нахуй, ну да. Подожди, я тогда квест дам. Я лечу на квест. Ну блять. Понятно. Давайте подождем. Я почти подлетел. Ты не сдашь в рейде квест вроде. Почему это? Нет, он сдаст, он выполнить нельзя, а тебе сдать можно готовый. Ебись, блядь, охуенно. Вместо трайния профа, блядь. А код у нас. Сдаем квесты, блядь. Есть масло у кого на СПД, или я сейчас степню все куплю пойду? Есть масло, блядь. Поставьте банк. Кому масло надо? Притом. Ты убери. Не взял нихуя еще. Все, сум. Так, кому масло? Притон. На шелфир тебе еще тоже масло надо? Да, я забыл купить. Притон, давай обмен. Нужны кому-то такие? Да, давай. На лето. Давайте, блядь. На кого это спросить? Войт. Ну, муфик на синтека, блядь. Притон на Оджи, а некромантика давай на этого. На злобу. Рыбу делали? Рыбу давай. На кого, блядь? Я так и не понял. Кто это спрашивает? Я, некромантика. Зафлудили, я не услышал, на кого ты сказал. На злобного. Окей. Так, потом в конце плюс анюти на ИП. Так. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Две лужи в РДД, блядь, не стоим в них. Хотаем куклу, вообще ноль раги, нахуй. Лужа. Сейчас упадет сюда, блядь, куда вот слизень идет. Призан, вставалка есть? Стопайте по боссу. Видите 1%? Или нахуй надо? 0,8, 0,7, 0,6, 0,5. 0,4, 0,2, и босс, и 0,1. Сейчас босс переведется. Это означает, красный уже должен умереть. Все, переводите теперь. Синтек, ресы призана. Подход эти куклы, если вы не в зеленой метке. Все нормально. Злобного. Ну, сейчас самолет на лёва. Блять, дауны. А вы будете хилить? Ну. Пиздец, я не знаю нахуй. Сейчас после пельменей встану. Все хилы в зеленой стоят, да, в углу нахуй? Ну, кажись так.
Футем. Футем куклу. Так. Вот же только есть бэр. Ну вот же есть сейчас. Не знаю, что-то не видно ее. Есть у кого-то? Нет, я же говорил, у меня от КД 2 минуты. Как от КДшится, на вот GSS, короче, дадите. Окей. Сейчас будет зеленый. Готовьтесь. Вот ты профа подводишь близко к челикам, к РДДшникам. В них там вылетает, они хуй когда успеют отбежать. И лужа, и эта хуйня, и пельменина. Вот сейчас будет красный. Красный, готовимся. Красного бьем. Вот эту фазу надо как можно быстрее проходить, чтобы больше времени на последнюю оставлять. Зеленые. Я, ну, блять, Вадикон ресой злобного, вот же ресой ханта. Берегитесь. Не вставай, пельмени, пельмени. Да. Ну, если встали, отойдете. Ну, ханта захил. Сейчас красный. Бьем красного. Берегитесь. Пиздец, нахуй. Зеленого убьем. Лужа, блять, у вас рядом. Мифик, ты пиздец, нахуй. Ты дрочишь там сидишь или чё, нахуй? Ну 4 БР и КД, вот ты сейчас просто лежишь, нахуй. Как мы будем бить без тебя, нахуй? Я сказал, я повис. Все, вот у меня разлагало, вот только сейчас. Ясно. Я не знаю, но весь. Когда там? А, стоп, на ну вот я вижу 4 десятых до перефазы, 3 десятых. И красный живой. Сейчас 3 слизня будет, 2 десятых. Все, переводите. Куда встать, вы знаете там, да? Так, с диспельте там куклу, я профа заберу. А, Вилаша забрал. Ладно. Берегитесь. Геру фулл ДПС. Так, первый стаки хурюк забирает. Рано. Так, на нем два стака, если что. Так, один забрал. Так, сейчас он еще раз будет забирать, смотрим. Берегитесь.
Так, два на нем. Значит, ну сука, два с пельменями хила нахуй. Третий стак хурюк заберет. Вот забрал. Даша, забери. Вадикон, отходи, готовься в мишке таунтить. Видишь таймер, да? Готовься сейчас таунтить. Не забрал, увела ши 3. Все, я начинаю танчить, Вадикон, готовься. Да ебаный в рот, нахуй. Сейчас, подожди, один пропусти стак, один пропусти. Вот на следующем, это у меня таунт. Так, отходим. А мне 3. Хорошо, следующий хукмастер. Что у нас там место есть вроде? Ну, дорогу только не засрите. Так, забрал, хорошо. Колба сейчас будет. Так, забрал. Берегите. Хорошо. Так, сейчас еще один заберешь. Хил, хил. Еще один заберешь. С долгим. Главное, чтобы те, кто со стаками не сдохли. Сейчас выведу отсюда. Это. Ну, на хп там давайте всю хуйню. Не, все, отхилился. Это из-за того, что муфик лежал, нахуй. Ложитесь, нахуй. Да нет, это потому что лаги. Без лага бы убили. Да, лаги, блядь, все. Да, точно. Кстати, ДПС метры. Да, блядь, у меня залагало, блядь. Все полностью, блядь. Я ротацию даже держать не мог. Нажимаешь кнопку, я не работал. Только 13 человек. Ну, а тоже. А всех лагает, я, блядь, даже тоже убежать там не могу. Там, 13 человек, прибор же. Все, это да. Ресайте, все, давайте. То же самое делаем, только муфик не сдохнет. Ну, лагает, лагает. Пытаемся как-нибудь. Это у меня не... Я играю вот поскольку постолько. Я молюсь, чтобы на меня красный не кинулся, и оно так не залагало. Потому что оно бывает, вот зеленый кинулся, оно должно уже откинуть. Оно через секунду, через две только откидывает меня. И вот я вот так всю дорогу бегаю. За припоты, наверное, про ГП давайте. Пизда, трэш там. Линканите, кто припоты пил? Я вон линканул. Ну все, хуйня, давайте би трэш. Бля, трэш резнулся, что ли? Нахуя трэш бить, что за хуйня? Если у нас здесь лок есть? Если ты меня, бля, потыкаю на сумму, нахуй. Покидайте тело, бля. А почему припоты сумму люди не пьют? Ну да, договорились пить. На боковых боссов они не пьют припоты. Это что? Я РТ сотку, нахуй, этих зелий купил. За пельмени тоже даст им так. Ну да, типа профилактическую соточку. Ебаним на соточке, это будет, вред. Блять, да, заебись нахуй. Тыкните на шкаф нахуй. Алло нахуй. И ресните, блять, меня. Остальные покидайте тело, мы сейчас сумнем вас на шкафе. Стаков припотов в ГБ. Ну так-то можно нахуй, да что-то, ну их так дохуя надо, они так дохуя еще стоят. Надо реги на них где-то. Быстроты стоят вообще нихуя. Припоты на хосту копейки стоят. Да. Так, там... Да, хотя бы полтиннику. Не знаю, может пойти мобов пофармить нахуй и с мобов нахуй накупить себе. Ну там, считай, если у нас что, два танка и 5 хилов. Получается 5 ДДшников. У ханта игру крашнул на сумму как раз. 5 ДДшников не выпили припот. Давай ГП, ты мне за 5% на леди накинул. Ебать. Так в итоге сколько хп оставили до боссу? Да, блять. Маленько. 8% вроде. Хуйни быть не должна. Да убьется она, если что-то подлагать не будет. Что это за хуйня? Тиранозавры есть в чате? Блять. Это припотный монстр вошел в чат, охуел, что у нас 5 человек не пьют припоты вообще, даже один раз не.
Да, там малая туда прикалывается. Ты только не давай играть, а то она тебе, блядь, тактику испоганит. Но она лучше всё сделает. Шутнит босса, да? Шутнит босса еще. Не, ну в прошлом году пошла в одиноко Валана бить. Смелость, смелая. СС есть? Не, у меня минута 27. По злобному, да? Где-то так же. Кто? Минута 44. Это у кого? Некромантки. Ты дашь по... Вот же. Потом у тебя есть? Ну, мастер раздать. Еще раз. Пристань, хватает. Еще раз притон. 6 минут. Как откдешься там по синтеку, дашь посреди боя? Надеюсь, до этого он не сдохнет. У БР там по минуте осталось откдешиться. Все готовы. Подождите, пам. Я позлобил. Заебали, да? Нахуй, блядь. Ёбаный в рот. Кто припоты не пил, плюс в чат 5 человек. Меня залагало. Я вообще не мог ничего. Кнопки жать. У меня нету их просто. 50 долларов. А остальные пол все я пил. Это что, 2 человека пило? Не выпило? А, он на ману пьет. 5 человек. Призн, рарник, нахуй. А я не могу купить, как я куплю здесь? Ты 1000 голды даешь. Ну, слетаешь и купишь, мы тебя засаманим. Короче, вместо того, чтобы бить босса, я просто ставлю банк. Там в банке есть у него, да? Ну ладно. У него в банке есть. Так. Сейчас дам рарник, подожди. Будете выпрашивать ГП. Дам вам тоже за выпрашивание. Так, призану... Я полностью не логнусь. Призану дал и рарнику дал. По 50 штук. Ну, эй, я выдаю ману, значит... Я полностью логну, а то, блядь, что у меня лаги идут. Именно клиент. Я понял, да. Это сколько ждать? Войта, ты... Да я быстро, у меня комп... Войта, ты в правила гильдии напиши, кто клянчит ГП, тому ГП. Да, блять, вам, походу, интереснее вот этой всей залупой заниматься, вместо того, чтобы бить, нахуй. Ну, просто это хуёво, когда у нас лоу процентов в бот, и люди элементарные вещи не делают. Испугался. Да какие вещи элементарные, блять? Ты видишь, как лагает, блять? Или, ну, сколько я тут... Я не вижу. Да ты не видишь. И сколько тут человек? Вы впятером убьёте ЦЛК, блять? Так-то, блядь. Тут люди играют. Ну что, почему остальное рейд за них отыграл? Ну подожди, вот человек лагает. Блядь, я вообще хуеваю. А сколько замены у нас есть, чтобы заменить? У нас 5 человек с нормальным FPS, 5 человек с 4 FPS, а остальные по сколько FPS играют, нахуй? И что теперь делать? В гильдию набирать людей 60 FPS плюс? Походить, просто потом это обсудим тогда. Ну тут челик релогается, вот мы и решили пообсуждать, блять. Все, я тут, что тут. Такие интересные, нахуй. Тут командная работа, нахуй. Понадеемся, что сейчас мифик, нахуй, не залагает, нахуй. 50 FPS. Бля, никогда не говорите такое, что у вас 50, нахуй. Мы завидуем, нахуй. Жопа горит. У меня сопка сейчас. Все, отчет даю. Задержка 20. Задержка 500, нахуй. Косарь, ебаный рот. Не надо никого винить, нахуй. Сервер говно, нахуй. Поэтому бить не можем. Ну вот, пошли, блять, вон, фризы хуярь. Нас все заранее подумают, как что, как сыграть поаккуратнее, и упадет босс.
Проценты смотрим, 3%. Красного еще убивать надо. Красный через секунду, 2%. Стоп. 1%. Не понимаете, да, нихуя? Семь десятых там есть еще. 0.6. Зергаем красного. Поближе к зеленому станьте. Все, когда уже при смерти, уже в босса начинаете, там можете. Вот уже. Вот. К треугольнику там. В угол, блядь. Челики с зеленым дебафом. Перекаст. Пельмени летят, смотрите, не словите. Красного добили. Бля, куда он вперед побежал? Ты что, Седжи такую хуйню сделал сейчас? Да, Седжи на слизь не обижал. Он в 3 метрах от меня сказал, что на меня было. Охуеть. Когда он перекаст делает, потому что надо бегать от него на фамилию. Да, он в одно кидает, потом в другого. Там я просто в ахуе, там все, блядь, бежали в эту сторону. Я понял, нахуй. Да, блядь, заебись. Вот твое ГП, блядь.